Салам алейкум, бандиты! Это ваш любимый канал «Распаковки для Вовки», и я ее постоянный ведущий Владимир Заебал Открывайка. Сегодня магазин цифровой техники «Колорадо» предоставил мне одну замечательную штуку для распаковки. Давайте посмотрим. Это игровая платформа PlayStation 4 Pro. Давайте расшифруем на русский, что это значит. Персонально. Сексуально. 4 раза professional. Профессионал. Что еще мы видим на коробочке? Фартните. Фартните. Когда вам фартит? Давайте открывать, давайте знакомиться с этой коробочкой. Как вы думаете, что находится в коробке? Коробка. С одной стороны здесь нарисована кнопка включения и выключения. О чем это говорит? О том, что мы можем нашу игровую платформу запустить, не вытаскивая из коробки. Не вытаскивая из коробки. Дальше у нас есть лупа. А как мы знаем, за лупой все кажется больше. Значочек алхимии. Можем начинать. Кубики. То есть помимо платформы самой игровой, еще есть кубики. Потом можно поменять свою жизнь и выкидывать мусор нужно в мусор. Это очень полезные советы. Какая еще компания может просто на своей коробке давать такие полезнейшие советы? Да почти никакая. Я открываю все с детства. В детстве я открыл для себя новый мир. В юности тоже мир других мужчин. Это, конечно же, неправда, это шуточка. И вот наша игровая консоль. PlayStation 4 Pro Version Individualism XXX Master Клубничный. Замечательная вещь, смотрите, у нас многие жаловались, то, что в PlayStation нет в комплекте клавиатуры. Здесь же она сразу встроена, можно нажимать любые кнопочки, буковки, сразу на русский язык переведено, как обычная клавиатура. Замечательно, удобно. Есть также кнопки выключения, прибавления звука и так далее. Теперь наша игровая консоль становится еще и портативной, потому что работает от батареек. Да, есть один минус, крышку нужно покупать отдельно, но батарейки, в принципе, я уже поюзал, держатся очень хорошо и очень долго. И самое крутое нововведение в этой консоли – это держатель для пальцев. Засовываем туда палец, засовываем палец и держим. Все, очень удобно, смотрите. Замечательный дисплей, замечательный дизайн. Кстати, очень скоро, в ближайшее время, в течение 20-30 минут начнется стрим на канале G-Games по Uncharted 2. Приходи.